В Актобе три женщины, ожидавшие автобус на остановке, попали в больницу. На них рухнула стеклянная крыша остановочного павильона, на котором рабочие устанавливали рекламный щит. ЧП произошло накануне вечером. Пострадавших, которым от 26 до 35 лет, увезли на машине скорой помощи. Двум женщинам наложили швы в области головы. После оказания первой помощи всех отпустили на амбулаторное лечение. Полиция начали досудебное расследование по факту выполнения работ либо оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. То ли металлические, то ли стеклянные предметы упали на голову. Поэтому они обратились с жалобами на головные боли, наличие ран у обоих женщин в области темени. Нами была оказана первая помощь, двум женщинам наложены швы в области темени, у одной просто ушиб теменной области.